сегодня, походу, я понял, в начале четвертой недели пребывания, что вот эта вот девушка, так странно смотрящая на меня с бетонной стены портала в наш овраг, мексиканско-аэропортный, с духами и звездами, ну и есть моя богиня, моя женская богиня. Она смотрит на меня испытующе, как будто ждет чего-то. Она говорит, да, есть такие женщины, которые могут принять тебя, да. Ищи лучше. И прекрати ненавидеть нас. Если ты будешь нас ненавидеть, не будет тебе дано того, чего ты хочешь. А мне нужна женщина, которая родила бы мне ребенка, прежде всего. С которой бы я смог как-то делить свой мир. Как эти прекрасные люди в конце этого ущелья, которых я только что был, делят свой мир друг с другом уже 28 лет, имея двух дочерей. Чего им надо было еще для счастья? На самом деле ничего больше. Дух женский, помоги мне найти ту, которая примет меня, с которой смогу я прожить еще остаток дней моих, которая родит мне хотя бы одного ребенка. Прошу тебя, дух женский. Тахура. Тахура Гогена. Вот ты передо мной.